Саш, как самочувствие, когда болельщикам ждать твоего возвращения на лед в состав команды? Самочувствие хорошее. Ну, надеюсь, что во вторник наконец-то у меня снимут лангет, заберут костыли. Ну и приступлю к тренировкам. Там дальше уже все будет зависеть от того, как быстро смогу набрать форму. Ну, надеюсь, что к домашней серии, может быть, не к первой игре, но буду готов. Костыли, наверное, сжечь готов уже? Да, мне кажется, будет ритуал, обряд. Соберу лангет, костыли и сожгу их. 2 месяца назад случилась травма. Это твой самый долгий простой по ходу сезона или были сложнее травмы? Ну, была травма сложнее с плечом, ну, совсем лет, сколько мне было, 19, наверное. Там было 4,5 месяца, но сейчас сезон надо начинать сначала, можно так, наверное, сказать. Потому что, ну, что я сыграл 4 игры и потом такой длинный период, на который выбыл. Чем вообще занимался, как тренировки твои проходили? Николай Павлович, как бы под его контролем, в основном это поддержание функциональное, так вот правильно, велосипед, гребля, ну и верхний плечевой пояс. Насколько сложно вот будет именно с нуля входить в сезон, по сути? Не знаю, посмотрим. Надеюсь, что пройдет все как можно спокойнее, наверное. Ты, наверное, сейчас прочувствовал, да, что ощущают наши болельщики, когда команда играет на выезде? Да. Сложно в связи, да, но вот как бы получилось с толком посмотреть 2 игры в Хабаровске, а все остальное поздно ночью, поэтому посмотреть хоккей очень тяжело. Понимаешь теперь? Ну, конечно, понимаю. Как тебе вообще чемпионат? Очень плотно на Востоке, никогда, по-моему, такого не было. Ну да. И мне кажется, вообще первый сезон такой, что команды Востока больше обыгрывают команды Запада. Ну, на это указывает таблица, да, место в таблице. Но чемпионат интересный, все игры, в принципе, у всех команд. Все команды могут обыграть друг друга. В чем секрет Адмирала, который осеннюю часть чемпионата прошел так хорошо, погремел по лиге? Я думаю, что в команде. То есть сейчас коллектив боеспособный, как одно целое, да, и пацаны друг за друга. Наверное, это главный козырь. Останавливаться на достигнутом не собираемся? Ну, нет, конечно. Надо лезть в плей-офф обязательно и постараться занять место как можно выше. Я думаю, что еще все впереди.